Во вторник ожидается публикация индекса потребительских цен США. В очередной раз вопрос инфляции для США может стать актуальным. Данный индекс показывает динамику изменения розничных цен за исключением энергии. Важно еще отметить, что в течение нескольких лет эксперты ожидают снижения инфляции США, что может повлечь за собой и снижение индекса потребительских цен. Такое положение дел может повлиять на укрепление американского доллара относительно других валют. Кроме того, американский доллар стоит на пороге новой тенденции своего укрепления, что может вызвать спекулятивный интерес со стороны участников валютного рынка. Показатель выше ожидаемого рассматривается как позитивное направление для американского доллара относительно других валют, а показатель ниже ожидаемого указывает на негативный ход торгов для американского доллара. История торгов показывает следующую торговую активность после выхода данной статистики в первый час торгов. Январь нам показал 40 пункта, февраль 23, март 13, апрель 20, май 23 пункта и июнь 34 пункта.